Знай наших, отечественные паралимпийцы оказались на голову выше иностранных соперников. На всероссийских играх альтернативных паралимпийским они 25 раз побили мировые рекорды. Из них 12 в плавании, 12 в легкой атлетике и 1 в пулевой стрельбе. Так пловец Андрей Граничко на дистанции в 100 метров брасом превзошел наивысший результат. С полутора минут почти на 3 секунды. Прежний рекорд, кстати, принадлежит ему же. Его коллеги Роман Жданов и Вячеслав Емельянцев и вовсе установили по 3 мировых рекорда. Чемпион планеты по легкой атлетике Дмитрий Сафронов подтвердил свое превосходство на дистанции в 200 метров. Сергей Малышев побил лучший результат в пулевой стрельбе. В общем, отстраненные оказались самыми быстрыми и самыми меткими.